Здравствуйте, меня зовут Лера, и этот выпуск прогноза погоды на 7 августа. В Барнауле, Белокурихе ночное время суток плюс 16, днем плюс 27. В Горно-Алтайске ночью плюс 15, днем плюс 26. Ну и о погоде в Бийске. Будет переменная облачность. Ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 26, плюс 28. Ненавязчивый мальчишка, настрадался, даже слишком. Он и ласков, и послушен, ищет родственную душу. Звоните по телефону 8903 912 27 75.